о том, что такое туберкулез, какие статистические данные. Второй след у нас это признаки туберкулеза, да, как его можно диагностировать. Третий след у нас организован в виде игры в дартс. И там вопросы по нескольким категориям, да, и в том числе можно узнать историю заболевания. Это как можно защитить свой иммунитет, да, почему должна быть здоровая иммунная система, чтобы ни одна инфекция не пристала к нам. Здравствуйте! Мы находимся в школе 402. Мы здесь проводим лекцию, интерактивный урок по борьбе против туберкулеза. Да, к нам пришли ребята, которым мы задаем вопросы, рассказываем что-то, и они отвечают. А за это мы получаем конфету. Очень вкусные. А что за ребята? Ребята, которые учатся в нашей школе. Да, мы параллельные ребята и классы. Восьмые и девятые ребята. Ну, ближе к старшей школе. А почему вы, ну, вот, почему вы сами решили это проводить, собрались с такой большой группой? Ну, потому что это интересно достаточно, и это сближает нас. Ну, тут должны все знать о туберкулезе. Да. И потому что, да, это, в принципе, ну, как-то учит даже просто разговаривать с людьми. С группой людей. Да. Ну, и туберкулез самая, так сказать, распространенная болезнь. Планируете ли дальше проводить какие-нибудь занятия по разным темам здоровья? Да. А какие темы бы хотели бы попробовать? Экология. Самые важные. Ну, вообще, при болезни, здоровый образ жизни, там, напротив, так же, как туберкулез, каких-то еще таких заболеваний, которые... Хватить ВИЧ. Да, потому что, по-моему, это интересно. Так говорить другим, что это и как, сами как не попасть в такую ситуацию, да. Футболочки классные.